Всем привет! Вы на канале «Будни дизайнера», и сегодня у нас будет обзор на 13 топовых нейросетей. Все ссылочки на нейросети ищите в описании под видео. Поехали! Благодаря первой нейросети мы сможем сгенерировать видео из текста. Выбираем человечка, который будет произносить речь, и вставляем наш текст. Нажимаем кнопку генерации и ждем. Самый интеллектуальный беспроводной пылесос среди компактных моделей. Новая технология пылесосов в компактном устройстве для легкой уборки всего дома. На ШК-экране выводится научное подтверждение. Также можно менять фон, размер и достаточно много разных моделей. Вот тут можно сменить язык и поставить женский голос. Следующая нейросеть отлично убирает водяные знаки с любых фотографий. Авторизация не нужна, просто загрузите фотографию и немного подождите. Вот такой отличный результат у нас получился. Дальше у нас идет нейросеть, которая улучшает качество фотографий. Берем вот такую фотографию. Как видите, она вся пиксельная. Нажимаем начало, выбираем 4x, фотография и убрать шумы минимально. Нажимаем ОК. Немножко ждем и давайте посмотрим, что у нас получилось. Как видим, результат просто отличный, никаких пикселей больше нет. Следующие две нейросети это бесплатный аналог Midjourney. Тут мы можем сгенерировать картинки. Давайте попросим нарисовать мышонка в пиджаке и с кейсом. Отлично. Давайте посмотрим, что сделала вторая нейросеть. Тоже замечательно. Едем дальше. С помощью следующей нейросети мы сможем удалить фон у объектов. Нажимаем вот сюда и загружаем любую фотографию. Готово. Дальше у нас идет отличный нейропереводчик, который знает 31 язык и умеет переводить файлы. Этот переводчик будет намного лучше работать, чем Яндекс и Google. Дальше у нас идет генерация голоса на основе текста. Выбираем голос, настройки и вставляем текст. Эта нейросеть с тобой разговаривает, если что. Как тебе моя дикция и произношение? Четко, да? Если что, то я могу и твоим голосом разговаривать. Только походу надо купить доступ. Дальше у нас идет знаменитый GPT-чат. С помощью него можно сделать SEO-описание, делать рерайты, попросить его написать любую статью на любую тему, все что угодно. Давайте сделаем описание товара. Простыми словами делаем запрос о том, что нам нужно SEO-описание на основе ключевых слов, и отправляем. Готово. Немного поправить и можно публиковать. Дальше у нас идут два сайта для создания логотипов. Вводим название, выбираем цветовую гамму и стиль. Готово. Можно посмотреть логотипы, которые у нас получились. С помощью этого сайта мы можем вживить наш товар в любой фон. Загружаем товар без фона, выбираем стиль, который понравился, и на выходе получаем вот такие фотографии. Дальше у нас идет нейросеть для обработки голоса. С ее помощью вы сможете убрать шумы, ветер, улучшить качество и многое другое. С помощью следующей нейронки мы сможем создавать музыку без авторских прав. Нажмите «Создать новый трек», выберите стиль, который нравится, и немного подождите. Готово, можно скачивать. С помощью следующей нейросети вы сможете сделать из ваших черно-белых фотографий цветные. Просто загрузите их на сайт и немного подождите. Готово. На этом наше видео подошло к концу. Все ссылочки на нейросети ищите в описании под видео. Всем пока.